Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в своем небольшом видео хочу вам рассказать об одном замечательном сервисе, о котором я узнала совсем недавно. Это вот как создавать видео, видеоконтент. Мы сейчас прекрасно знаем, что в настоящее время самое мощное, самое эффективное средство для рекламы – это видеоконтент. И вот я нашла вот такой сайт. Значит, здесь можно создавать видео, совсем коротенькие, для того, чтобы рекламировать свой бизнес, свой проект, свою компанию. Вот сначала мы, значит, регистрация здесь вообще простая. Вначале мы вот заходим в свой кабинет, вот здесь есть «Создать видео». Нажимаем «Создать видео». Вот здесь мы выбираем. Этот сервис совершенно бесплатно. Можно, конечно, оплатить и премиум. Но я выбираю вот это видео на основе шаблона. Выбираю видео на основе шаблона. Вот здесь вот такие вот у нас шаблончики есть. И, значит, мы выбираем, ну, любой шаблон, который вам нравится. Я вот выберу вот этот. Выберу вот этот шаблон. Значит, что мы здесь делаем? Вот это слайд номер один. Значит, мы здесь, вот, можно поменять текст. Можно поменять текст. Берем, меняем текст. Значит, я подготовила уже тексты. В текстовом документе, да? И вот такие тексты у меня. Вот беру первый текст, копирую. Вот этот убираю, старый текст. Так, старый текст мы убираем. Вставляем новый текст. Вставила. Так, текст очень крупный, то есть шрифт крупный. Мы сейчас шрифт сделаем поменьше. Ну, сделаем вот такой. Ну, даже можно еще меньше. Ну, вот такой. Вот такой сделаем шрифт. Так, значит, далее. Здесь у нас есть вот стартовая анимация. Нажимаем. Значит, по буквам падения, по словам увеличения. По словам падения. Ну, по словам падения можно выбрать, так? Затем мы можем выбрать цвет. Цвет выберем красный. Вот. Вот такой вот красненький цвет. Все. Первый слайд мы с вами сделали. Значит, нажимаем ОК. А дальше второй слайд. Второй слайд. А здесь можно выбрать вот из этих. Значит, картиночку можно загрузить с компьютера. Так, загружаем с компьютера. Я тоже подготовила уже папочку, где у меня картинки. Картинки, значит, нужно с разрешением 1720x705. Вот, ну, например, вот такую. Я беру картиночку, загружаю ее. Так, маленечко я подтяну. Так, выбираю. Так, изображение загружается. Теперь также я, значит, вот этот текст. Текст вот этот я убираю. Старый, то есть текст, который здесь написан, убираю. И у меня в текстовом документе я, значит, вот второй текст пишу. Вот этот текст мы пишем, копируем и сюда вставляем. Сюда вставляем. Так, теперь дальше тоже это шрифт большой. Уменьшаю шрифт. Уменьшаю шрифт. Вот такой шрифт. Также делаю анимацию, ну, по буквам падения, да. Теперь за цвет меняю на красный. Цвет меняю на красный. Теперь вот эта стрелочка тоже я хочу сделать ее красненькой. Так, меняю на красный. Так, все, окей, второй, значит, я сделала. Теперь, теперь у нас будет третий слайд. Так, вот переходим на третий слайд. Так, тоже загружаем картиночку, тоже можно с компьютера загрузить, можно и отсюда загрузить. Так, ну давайте с компьютера загрузим. Давайте загрузим с компьютера.
такую картиночку загрузим. Так. Так. Ах ты. Так, назад, назад, назад. Давайте-ка я отсюда... Отсюда возьму картиночку сейчас. Так, ну возьмем, ну, примерно вот эту картинку. Загружаем. Загружаем. Выбираем. Картиночка у нас загружается. Вот, видите, какая красивая у нас получилась картинка. Затем здесь мы опять же пишем текст. Опять же пишем текст. Так. Опять открываю текстовый документ, и вот у меня вот здесь вот, значит, вот такой текст. Я его копирую, копирую. Сюда мы его вставляем. Так, куда-то улетело у меня. Так, сюда мы его вставляем. Так, так, получился очень такой крупный шрифт. Мы его уберем. И еще маленько уберем. Так, и вот сюда. Ну, мне кажется, белый цвет подходит. Также мы, значит, делаем анимацию, нажимаем. Так, минутку. Оп. Ну, по буквам падения пускай. По буквам падения. Так, все. Все здесь сделали. Нажимаем ОК. Так, и можем, значит, можем еще сделать один слайд. Еще сделать слайд. Третий, так, четвертый. Добавим слайд еще четвертый. То есть слайд, который... Так, мы загрузим с компьютера. Нажимаем. Так. Ну, вот здесь я, значит, себя добавлю. То есть вот такой вот. Вот такой вот. Так, выбрать. Загружается пока картиночка у нас. Так, загружается картиночка. Здесь, значит, вот здесь я хочу написать такой текст. Например, такой. Так, обращайтесь в Skype. Обращайтесь в Skype. Мой Skype. Так, Людмила, 16590. Вот такой я написала текст. А, так, сделаю анимацию тоже, по словам увеличения, да. И цвет тоже выберу красный. Так, нет, вот такой выберем. Или вот такой. О, пусть потемнее будет. Так, все. Все это мы сделали. Окей. Сохраняем. Сохраняем. Теперь, значит, скачать видео. Скачать видео. Я не робот. Нажимаем. Сейчас. Так, и сгенерировать видео. Обычное видео. MP4 я выбираю. Вот, пока генерируется видео, значит... Вот так оно. Необходимо немножечко времени, чтобы видео у нас получилось. Картинки, конечно, можно делать в программе PowerPoint. Я люблю делать картинки свои оригинальные. Но сегодня я вам просто вот показала, что мы можем сделать с этим сервисом, что можно вот какое видео снять, да. Также тексты вы можете сами писать, любые тексты. Рекламировать любой свой проект или компанию, или какой-то продукт. Очень интересные такие оригинальные посты будут у нас в социальных сетях. Так, 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 еще генерируется у нас видео. Так, сейчас. Так, сейчас, сейчас. Так. Так. Вот, ваше видео готово. Теперь скачать видео. Нажимаю скачать. Так, видео скачивается у нас. Все, видео готово.
Давайте посмотрим. Показать в папке. Сейчас, минуточку. Так, показать в папке. Нажимаем. Так, и воспроизвести. Вот. Вот посмотрите, какое получилось у нас видео, контент. Вот такой мы пост поставим в социальную сеть ВКонтакте. Видите, как красиво? Вот. Так. Все, видео у нас скачалось, все получилось. И вот мы можем это видео, значит, на себе. Я не буду, конечно, закачивать, это я вам показала, но здесь, значит, вы вот выбираете видео, да, вы многие знаете, как это все делается. И просто так, видео, добавляем видео. Я вам сейчас немножко только расскажу здесь. Так, добавляем видео. У меня интернет медленный. Так, добавляем видео. Добавляем видео, значит, вот здесь загрузок берем. Вот так, вот загрузок. Мы его сюда вот перетаскиваем. И все, а там что будет написано у нас, название видео, все это описание, это все сами придумаете. И можете также загрузить обложку на видео, свою оригинальную обложку сделаете сами. Или любую картинку поставите, и все ваше видео будет доступно на вашей страничке. Ну, вот такой вот замечательный сервис, всего вам доброго. Пожалуйста, делайте для себя такие вот посты, пользуйтесь таким замечательным сервисом. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в своем небольшом видео хочу вам рассказать.